Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Алексей, и сегодня к нам на распаковку попали очки виртуальной реальности VR Sky. Давайте распакуем их и посмотрим, что у нас идет в комплекте. Открывая упаковку, первое, что мы видим, соответственно, сверху, сами очки. Давайте достанем их из упаковки. Вот такие вот они на вид. Сейчас мы их отложим в сторону, вернемся к ним чуточку позднее и посмотрим на них более подробно. Давайте посмотрим, что у нас идет еще в комплекте. Помимо самих очков, у нас в комплекте идут наушники вакуумные, без дополнительных вкладышей запасных. Поэтому, если у вас не универсальный размер ушей, то терпите. Далее у нас идет блок питания и универсальный шнурочек USB, micro-USB, которым мы, соответственно, сами очки заряжаем, подключаем их к компьютеру и так далее. Следующее, что мы видим в упаковке, это инструкция для очков. В ней подробно расписано, каким образом использовать и настраивать очки. Последнее, что у нас лежит в упаковке, это, соответственно, комплект ремешков. Доставать я их не буду, 3 резиновых ремешка с регулировкой, совершенно такие же, как и на всех остальных очках. Они нам не особо важны, сейчас мы с вами посмотрим сами очки. По упаковке у нас больше ничего нету. Вот такие вот очки виртуальной реальности, как вы уже могли догадаться. Телефон для этих очков совершенно не нужен. Все у нас здесь встроено. Эти очки просто нужно зарядить, включить и использовать. Выполнено в пластиковой вариации. Белый и черный пластик, красный VR-пупы спереди. Выполнено все достаточно качественно. Никаких зазоров, люфтов я не наблюдаю. Ремешки крепятся слева, справа и сверху. Для них специальные разъемы есть. И мы сюда крепим наши ремни, которые идут в комплекте. Две линзы, закрыта защитная пленка, пленку снимаем. Регулировать межлинзовое пространство либо фокусное расстояние в этих очках мы не можем, поэтому довольствуемся тем, что есть. Накладки на кожу выполнены в кожаной вариации, это, скорее всего, кожзам. Он у нас имеет отверстие для вентиляции, соответственно, такая кожа потеть у нас не будет. Под ней толстый слой поролона, очки мягкие. Единственная щель находится у нас в районе носа. Из кнопок навигации с левой стороны мы сразу же видим кнопку включения, некоторую кнопку N. Ее функцию я не знаю, узнаем на обзоре. С правой стороны у нас кнопка Back вернуться, вверх-вниз, это, скорее всего, прибавит звук. Кнопка навигации по экрану, вверх-вниз, лево-вправо и подтверждение. В нижней части очков мы видим несколько слотов. Первый из них это USB разъем, второй из них это micro-USB разъем для зарядки. Также у нас здесь есть разъем для наушников, которые идут у нас в комплекте, ну и любые другие 3,5 джек подойдут. Также у нас есть разъем для microSD TF карточки. Больше на самих очках ничего нету. Вот такие вот очки к нам сегодня попали на анбоксинг. Ваше мнение или интересующий вас вопрос вы можете оставлять в комментариях под этим видео. Возможно, ответы вы увидите в обзоре на эти очки. Ну а если это видео понравилось вам, вы можете поставить большой палец вверх нам, подписаться на наш канал. А с вами был Алексей, и всем пока-пока-пока.